В преддверии рождественских так называемых праздников хочу довести до населения города и Назаровского района о готовности отдела полиции к обеспечению общественной безопасности и охраны общественного порядка. Во-первых, мы весь декабрь работаем по профилактике правонарушений среди населения. Мы по инициативе своей, по инициативе главного управления в декабре провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор», в результате которого проверили ранее судимых, проверили всех подпадающих под надзор, такую категорию, всех формально подпадающих под административный надзор. Посетили много семей, состоящих в социально опасном положении, где провели профилактику, в том числе и по пожарной безопасности. Посетили категорию трудных семей, подростков, состоящих на учете. Ну а что касается самих праздников, да, еще хочу сказать, что 26 декабря все руководители подразделений побывали во всех школах города и частично района, где была поставлена задача участковому. Мы приняли участие, точнее, в классных часах вместе с классными руководителями, где профилактировали несовершеннолетних на новогодние праздники, в том числе, кстати, рассказывали об опасности применения пиротехнических средств. Что касается самих праздников, ну, во-первых, все прекрасно знаем, что дежурная часть у нас в круглосуточном режиме. Любой звонок, любое обращение гражданина, оно у нас фиксируется в том числе на звукозаписывающее устройство, и любое обращение регистрируется в круглосуточном режиме. Для того, чтобы дежурная часть сегодня справлялась, мы усилили дежурную часть группы немедленного реагирования, которая будет сегодня как по городу, так и по району оперативно реагировать на сообщения и на изменения криминогенной ситуации. На период праздников, если касается вот Назаровского района, на период праздников мы отозвали всех участковых с отпуска. У нас два человека было в отпуске, поэтому все участковые будут сегодня на местах. Руководитель охраны общественного порядка имеет задачу, ему поставлена такая задача, ежедневно будет созваниваться с главами сельских поселений и выяснять, насколько у нас сегодня есть какие-то проблемные моменты, какие есть точки напряжения для того, чтобы оперативно реагировать. Поэтому заверяю всех жителей города Назарова и Назаровского района, что отдел внутренних дел сегодня полностью готов к обеспечению общественной безопасности и охране общественного порядка в период проведения праздников. Ну и хочу, конечно, предостеречь жителей для того, чтобы, ну, наверное, все-таки в меру все делать и, ну, скажем, не омрачать себе праздник, не омрачать окружающим и не добавлять нам работу. Поэтому, наверное, вот в таком взаимодействии с населением мы должны провести эти рождественские праздники.